Сегодня мы с тобой находимся на охоте. Расскажи о своем комплекте охотничьей одежды. Ситка. Защита. Это если любой ливень. Защита Гортекс. Любой ливень не страшен. Здесь она у меня легенькая, но непромокаемая. Защита. Здесь такая же ситка. И смотрите, здесь... Прямолов утеплитель. Да, она промокаемая, но зато у нее есть мех. Можно их две одеть, и тогда будет и тепло, и не промокнешь. А брюки тоже брюки у тебя? Брюки такие же, вот. Если упал грязь, то видите, такие до коленок, вот такие. То их можно легко вот так вот отмыть и не испачкать крестом тоже, видите, марка ситки. Здесь у меня, видите, вот застегнуть. Вот, ну, видите, застегни. Когда я застегну, вот. Ну, просто... застегни до самого верха. Давайте застегнем. Не торопись, застегни. Ну ты просто до конца вставь собачку. Вот. Вот видите, я застегнул. Нет, ты сейчас одень капюшон утепляющий, одень тот капюшон. Вот видите, тут это утепляющий капюшон, если уши замерз. А вот это непромокаемый. Смотрите. Видите, у меня все это огорожено. Вот тут и вот тут тоже. Да, ну-ка повернись спиной, покажу. Да, спина он вообще прям до самого изгиба колен закрывает. И все стекает, как с гуся вода, да? Угу. С гуся вода, да? Ну-ка, повыше застегни. Подбородок молния не давит. Если ветер, можно вот так вот это подернуть. Угу. Вот так. Ну, упакован ты, да, теперь? Угу. Теперь можно ехать в любую погоду нам с тобой на охоту, да? А карманы покажи, какие у тебя карманы? Карманы вот очень длинные, с другой такой же стороны. А внутренний есть карман у этой куртки? Нет. Но... Открой. Я еще не знаю, вот такие глубокие вот почти, да. Карманы. Сейчас. Нет, тут и нет кармана. Только на утепляющей куртке сейчас есть. Сейчас посмотрим. Вот тут нет кармана. Вот, да, здесь есть карман. Здесь, да, есть. Ну, хорошо. Хороший комплект. Не промок ты сегодня, да? Угу. А на голове что у тебя? Шапка тоже ситка, из меховая. Меховая такая обычная. С небольшим начесиком, да? Угу. Ну что, ты доволен, да? Угу. Ну вот, видишь, как хорошо. Самое главное, ты теперь в правильной одежде. Я за тебя не волнуюсь, когда на охоте может пройти резкое изменение погоды. Дождик или ветер начаться. Как на голубе, ты замерз, как цуцик тогда. Теперь ты нормуль. О, шкуры... Мембранная бежит, черная. Ну что, пойдем к ребятам. Всем пока. Всем пока, до новых встреч.